Чернышевская порода, сегодня можно говорить, что она имеет национальное распространение, потому что она, как и выявлено, в Шотландии в 18 веке, но сегодня, по сути, завоевала все континенты. Значит, замечательная порода. Не столько крупного, сколько продуктивного, по молочной продуктивности скота. Очень хорошая отдача кормов, затрат, высокого качества молоко, по жирности. И она развивается в чистоте. То есть никаких привилегий там не делают нормальные люди, значит, которые занимаются этой породой. Живая масса быков 700-800 килограммов, корова 400-500 килограммов, иногда больше. Впервые в нашу страну эта порода попала в 60-е годы, завозились по обмену на лошадей в первый московский конный завод, а потом пошла, она и сегодня во многих наших регионах имеется. Но, тем не менее, традиционными участниками нашей выставки с коровами этой породы являются хозяйство Смена, Московская область, Премзавод, Пахма, Ярославская область, Новоладожский, Ленинградская область. Это выдающееся хозяйство. И сегодня мы показываем вам представителей этой породы. Следующее. Завод Пахма, Ярославская область, представила нам корову Ульяна. Просьба на середину Ульяна, поднимите руку. Да. Значит, хозяйство, ежегодный участник выставки. Эта корова имеет на дой 10 039 килограмм. 10 тонн. Значит, живой вес ее 630 килограммов. Но при том очень высокая жирность 4,2% и белок 3,3%. Вот 10 тысяч на дой, понимаете, когда 3 тысячи, одна корова три головы заменяет. А кроме того, еще высочайший уровень качества молока. Вот такая вот замечательная порода, и ее, значит, люди, которые занимаются ее разведением. Спасибо. На середину круга выведите корову Горбуша. Новоладожский Премзавод, Ленинградская область. Это первая телка, первая тёлка у нее. И она сегодня в сутки дает 35 килограммов молока, жирностью более 4%. То есть то, к чему стремились селекционеры, они достигли. С хорошим белком 3,5%. Ну, такое под Ленинградом, такое хозяйство, такие коровы, такое молоко пьют сегодня жители этого региона. Спасибо. И на середину круга вы видите корову Путинка. Путинка из Премзавода, Премптицезавод, и он и по скоту Премзавод. Это Смена, Московская область. Традиционный участник выставок, свой тип имеет, так и называется, тип Смена в айширской породе. Значит, надой 8200 килограммов, жирность более 4, белок 3,5 и вес ее 550 килограмм. Вот смотри, породный тип Смена айширской породы Российской Федерации. Я думаю, что племенное поголовье идет с этого хозяйства, как и из других, которые участвуют в выставке, на расправе. А выставка как раз и служит тому, чтобы люди видели и старались потом покупать эту продукцию. Тот, кто не участвует в выставках, делает большую ошибку. Большую ошибку. Спасибо вам за демонстрацию. На круг приглашается на середину ворочик с коровой Дулуза красно-пёстрой породы. Эта красно-пёстрая порода выведена в нашей стране с использованием санитарского скота
и быков красной, пестрой, галштинской породы. Вот такие получили животные, которые приспособлены к условиям нашей страны, подчас не таким, как у галштинов на Западе, откровенно скажем, но не тем не менее. Вот сегодня эта корова со вторым отелом, первая локация у нее на 7782 килограмма. Я думаю, и не в каждом галштинском хозяйстве такая продуктивность. При жирности 4,1 это 100% выше жирность, чем хозяйство, занимающееся галштинской коровой. И 3% уровня. 652 килограмма. Это крупное животное достаточно. И молодняк, сверхремонтные бычки идут отлично на отборку, и от них получают хорошую говядину. И на стейки, и на борщ, на все, что хочешь. Спасибо. Значит, и мне большое удовольствие представляет рассказать вам о корове Лагона, восток Смоленской области, Сычевская порода. Вы видно в Сычевском уезде Смоленской области. Вот вы посмотрите, поприветствуйте ее. Это как наши, ну, можно так грубо сказать, последние из магикан. Понимаете, вот галштины приходят и уходят. А сычевская порода остается. Так и это. Потому что условия бывают разные. Резистентность тем или иным инфекционным заболеваниям разная. Вот в наших пород отечественных, которые мы показываем, Холмогорская, Ярославская, вот это, Бестужевская подойдет и так далее. Совсем другие условия. Поэтому они бесценны. С ними можно работать дальше, улучшать. Спасибо большое. Лагуна, кстати, она первотелка, за 190 дней лактации уже дала 7300 килограммов молока. При жирности 3,8, вот те 3,2. Поищите такую корову еще. Спасибо. Неожиданно, непланово, мы вывели корову бурой шпицкой породы. Это такое хозяйство, пока я не знаю. Ну, сейчас скажу. Нива, да? Корова Роза. Нижегородская область. Горзавод Нива, да. Ну, бурая шпицкая у нас занимает всего 1.5%. Предприятие в системе Тимирязевской сельскохозяйственной академии.